Слушай, прости, что так вышло. Thank you.
было бы у меня больше времени. Да-да. Ну как, все готово? Привет, Ви, еще не все. Милитех мог оставить в системах лед. Кэрол проверяет. Пиджаки еще не обращались к вам насчет потери? Нет, думаю, нам удалось сбить их со следа. Грузовики с большими логотипами мы оставили у лагеря стилета. Это почти так же смешно, как насрать кому-нибудь под дверь, позвонить и смыться. Выглядит так, как будто его только что пригнали с корпоративной войны. Неплохо. Я закончила. В системах чисто. А, кстати, что тебе сказал Сол? Пока ничего. Мы стараемся обходить друг друга стороной. То есть он что, не будет собирать совет? Да ясно, что будет. Просто хочет подольше подержать меня в неведении. Всегда мечтал погонять на такой махине. Вот именно так всякие наивные сопляки и попадали на фронт. Их даже вербовать не приходилось. Тебе просто показывали технику. Ну тогда запрыгивай, все готово. Ну что, давай его заводить, что ли? Голову береги. Вот черт. А до нас никто не делал пробный заезд? Может, нам лучше... Все нормально, я сейчас разберусь. Это не самая новая модель, но Мич и Боб сделали, что могли. Как тебе тут? Очень уютно, по-моему. Управляют им прямо с места. Нужно только подключиться и все. Никаких рычажков, кнопочек и мигающих лампочек? Никаких. Импульс поступает прямо в кору головного мозга. Василиск как бы становится продолжением твоего тела. Такое вот мистическое единство. Панам, ты когда-нибудь управляла таким? Нет, а что? Не доверяешь мне? Я еще могу выйти? Нет. Тогда доверяю. Раз тут все такое мистическое, зачем второй пилот? Для поддержки? Я расскажу, когда отъедем от лагеря. Заодно и потренируемся. Смотри, чтобы контролировать панцир при сенсорной перегрузке во время контакта с врагом, нужны двое. Один ведет, а другой управляет пушкой. Тебе понравится, я уверена. Проведем пробный запуск без меня. Нужно же два пилота. Ты же не будешь сразу вести и стрелять. Начинаем? Панам, а это все так и задумано? Нейронная синхронизация всегда занимает какое-то время. Скоро все будет нормально. Вот видишь? О, начинаю понимать, что ты имела в виду. Осваивайся. Да не бойся, я не смотрю. Просто сделай пару кругов. Плавно идет, прям как лодка. Ну да. Когда летишь про бугры и яму, можно не думать. Езжай к тем об... Окей, что-то я гляжу, тебе скучно. Тогда направь его вдоль ветряков.
Когда скажу, повернешь предпоследнюю вправо или влево. Ладно. В меню? Чудо не жди. Василиск — это прежде всего грузовой транспорт. Но все равно должно быть весело. Так, подорви вон те машины. Круто! Машина теперь мертвее мертвых. Отлично! Говорила про импульс. Да. Тогда приготовься. Что происходит? Я подключилась, Ви. Наши нервные системы теперь соединены. А, ты же говорила про синхронизацию. Я из-за этого чувствую все в два раза сильнее. Это сенсорный отклик. Наши ощущения переплелись. Хочешь тоже попробовать? Окей. Давай опробуем эту систему. Вот так, чувствуешь? А. Как люди вообще с этим сосредотачиваются в бою? Ощущение не всегда энергии. А вот так. Окей. Как там все жаль.
это все? Да, вы стерли их в порошок. Поздравляю. Пора поговорить. Должны думать прежде всего о благе семьи. Thank you.
Какой интересный день. Чувствую себя так, будто в последнюю минуту вернулась от поезда. Примерно так и было. Не знаю, как бы я без тебя справилась. Да ну, перестань. Нет, правда. Мы все у тебя в долгу. Ты можешь рассчитывать на Альде Кальде. Всегда. Буду знать. Мне больше интересно, скольких мы потеряли. Ага, за баром никого. Это мне нравится. Пиво? Лимонад? Мне пиво. Ну, за хэппи-энды. Кстати, про хэппи-энды. Надеюсь, ты не жалеешь насчет того, что было в Василиске? Я жалею только об одном, что у нас было мало времени. Значит, что-нибудь придумаем. Угу. Слушай, мы же могли бы видеть это каждый день. Ви, оглянись. Посмотри на них. Вы можете стать семьей. По нам, что ты? Останься. Поехали с нами. Я бы очень хотел по нам. Правда. Угу. Сейчас, наверное, будет «но». Но я пока не могу. Сначала надо закончить кое-какие дела. Я понимаю. Такие решения с потолка не принимают. Я просто подумала... Ладно, забудь. Я подумаю над этим, обещаю. Ви? Панама. Я... Ви, спокойно. Все хорошо. Как ты себя чувствуешь? Где? Где это мы? Ты потерял сознание надолго. Мы забрали тебя с собой. А куда? Мы перенесли лагерь. Ты в безопасности. Все под контролем. Нет, ты еще не умираешь. Ви... Пожалуйста, скажи мне, что случилось. Кровь, потеря сознания на несколько часов. В чем дело? Панам. Мне с каждым днем становится только хуже. Так, Ви, спокойно. Давай по порядку. Почему тебе становится хуже? Что с тобой происходит? Если я скажу тебе правду, боюсь, между нами уже все будет по-другому. Ви, послушай меня. Что бы ты ни сказал, это не изменит того, как я. Короче, перестань вилять и скажи уже, в чем дело. Ну, короче. Ты слышала о биочипах? О росаковских? На которые записывают личность? Ну, я видела рекламу. По-моему, просто очередной развод для богатых. На этот раз нет. Дело в том, что у меня в голове один из таких биочипов. И он поврежден. Ну так вытащи его. Все не так просто. Благодаря этому чипу я до сих пор жив. Но... А, у тебя киберпсихоз. Если да, то я знаю людей, которые... Нет, это не имеет ничего общего с киберпсихозом.
Биочип меняет мои нейронные связи. Если я выну его, я умру. Если не справлюсь с конструктом, тоже. Сука. Я пытаюсь с этим жить. Вернее, выживать. Но твоему здоровью это явно не помогает. Я пойду. Мне уже лучше, правда. Погоди, я пойду с тобой. А кто это у нас проснулся? Привет, Мич. Наконец-то. Мы беспокоились. Твою тачку я пригнал, если что. Вон там стоит. Но ты же еще пока не уезжаешь, правильно? Все в порядке? Уже все нормально. Спасибо, что помогли. Что ж, я рад. Надо же, как быстро вы обустроились. В этом у нас есть кое-какой опыт. Место хорошее. Здесь у нас больше контроля над окрестностями. Остальное приложится. Расскажи лучше, что с тобой. Ты нас напугал. Спасибо. Еще на чуть-чуть останусь. Чувствуй себя как дома. Помни, наше предложение в силе. Если что-то понадобится, Альды Кальда всегда помогут. Хоть в чем-то мы полностью согласны. Если будет нужна помощь, ты знаешь, давай где нас найти. 100 лет никуда не ходили. Недавно вышел фильм. Как его? А! Может, тебя проводить? Я знаю эти места. Ездила тут когда-то. Здесь точно безопасно? Пока да. Милитех так далеко не заходит. Ну и здесь наблюдательные позиции намного лучше. Джей! Добро пожаловать обратно в мир живых! Ну, наконец-то! Наш спящий красавец проснулся. Но ты же понимаешь, это все временно. Скоро нам надо будет думать, что делать дальше. Ви, насчет того, что ты рассказал. Я не буду делать вид, что поняла. Мне кажется, до меня просто еще не дошло. Но все равно, чем я могу помочь? Честно говоря, не знаю. Погоди, должно же быть что-то. Или кто-то. Помнишь Хельмана? Это он придумал, как создавать конструкты личности. Поэтому ты хотел его поймать. Он не смог ничем помочь. Теперь мне надо придумать что-то еще. Ты придумаешь. Только потом позвони мне, я помогу. Вся семья тебе поможет. Сол не шутил, слышишь меня? Спасибо тебе за все. За то, что поддерживаешь. Береги себя. И дай знать, когда... Короче, просто не пропадай. Засиделась я на месте.